Всем привет! Вот у меня здесь сумочка стоит на диване. Я тут недавно, буквально на днях, зашла в уже известный вам магазин Краудват, где можно купить очень многое, да? От носков, шампуни, мыло, кремы, такие бюджетные косметические бренды там находятся. И я как раз зашла туда для того, чтобы купить шампунь и кондиционер. И вот сама того не зная, попала на акцию. Честно говоря, я даже не поняла, что я купила, что мне вот эту сумку от Нивеи дали в подарок. Ну, сейчас мы с вами посмотрим, что же я там купила. Потому что зайти-то я зашла только за шампунью и кондиционером, но, естественно, этим дело не обошлось. И я, конечно, прикупила еще кое-чего, что вам сейчас и предъявлю, так сказать, покажу. Ну вот, я выложила все, что я купила. Вот сумка, так она выглядит, видите? Это шампунь, который я приобрела. Ну и вот сейчас пройдемся по этим вещам, которые я купила. Вот здесь у меня чек. Фокусируйся. Вот в сумме у меня получилось на 25 евро. 24,91. Ну вот, прежде всего начну с шампуни. Купила Андрелон. Андрелон, это я покупаю вот Идередах. Это для каждодневного использования. Вот такой шампунь с маслом подсолнечника. For Newft, это значит новая формула. For Either Hair Type. Для каждого, для любого типа волос. Один такой. Это я покупаю для своего мужа. Он моет голову, моет каждый день. И вот такое еще. Кокос Бюст, Хейфлюхтах, Валуми, Анфайнгар. То есть он придает объем тонким волосам. Это что-то новое, вот с кокосовым маслом. Ну, в общем, попробует муж, брат. В общем, для мужчин приобрела. И вот потому что это были акционные продукты, так сказать, я получила вот такую бутылку в подарок, так сказать. Ну, такая, такой интересный пластик они сейчас делают. Он как будто бы слегка потертый. Бутылочка для воды. Ну, у меня дочь сразу положила на нее глаз, вот чтобы брать с собой в школу. Дальше. Тут перед нами конфеты Феррера. Ну, они не нуждаются в презентации, представлении. И вот такая вот коробочка. Сколько здесь грамм? Давайте посмотрим. 172 грамма. Это я взяла на подарок. У меня тут именинники в мае. Так что вот это будет одним из нескольких подарочков, так сказать. Дальше. Глицерин. Вот был он постоянно в этих магазинах, и почему-то несколько месяцев вот не было глицерина там. Как раз тогда, когда я нашла интересный рецепт тут для пяток, для ног с глицерином. И нигде его не могла найти. Ну вот сейчас он появился, и, конечно же, я сразу же взяла бутылочку. 125 миллилитров. Стоит около 3 евро, по-моему, 2,99 или 89, что-то в этом роде. Опять-таки вот еще приобрела вот такое масло. Его можно как для рук, так для чего вам нужно, да? Ну вот хорошо на шрамы его использовать, допустим. И здесь вот, чистить кожу тоже хорошо. Вот сначала снимать косметику вот таким маслом довольно-таки неплохо. Это вот Краудват Эйхенмерк, то есть их
марка. И стоило оно очень недорого. Хочу взять попробовать, как оно работает. Стоило всего 2 евро. Дальше. Вот такая милота. Посмотрите. Тоже стоили около 2 евро. Евро 90, по-моему. Это такие этви. Вот со змеечкой. Можно использовать как косметичку, можно использовать как пенальчик. Ну вот как хотите. Вот с такой цепочкой. Такой миленькая, сейчас же модные кактусы, ананасы, фламинго. И вот такой вот миленькая этви. У меня сейчас у дочки каникулы, она будет лажирован, то есть вот будут такие пияма-партии у подружек. И вот очень-очень такая хорошая вещь вот в подарочек. Еще положить туда какой-нибудь бальзам для губ, например, или даже те же какие-то лолиски, это конфетки. И такой миленький подарочек. Ну вот я взяла, у нее будет 2 лажира, эти, ну, ночевки. Я взяла 2, а она теперь говорит, я тоже такую хочу. То есть, как всегда. Не знаю, еще смогу еще одну взять или придумаем для другой девочки какой-нибудь другой подарочек. Вот это тоже взяла на подарочек. Она тут же говорит, ой, я тоже хочу. Посмотрите, какая интересная книжка. Ну, вот типа записная, да? Вот такая миленькая. Обычно она не любит ничего розового у меня. А тут вот мне самой она очень понравилась, такая розовая, с такими, такой горошек серебристый, как-то вот не передает камера, серебристый он именно, такой записнычок, такой блокнот для записи, очень симпатичный. И вот еще что, вот такая интересная помада, блеск, что это скорее всего блеск, да. Блеск от Essence. Очень такой необычный. Посмотрите, какой он. Летний такой, замечательный. Тоже взяла для дочки. Тоже от Essence. Но для меня она новая. Может быть, она и не новая. Вот какой-то Big Lashes Voluminous тушь. Тоже взяла. Ну, для дочки, может быть, для себя посмотрим. Вот посмотрите, такая щеточка. То есть должны быть такие пушистые реснички. Ну вот, в принципе, и все покупочки, которые я сделала в этом магазине. И вот так неожиданно для себя еще и попала, получила подарки. Попала, так сказать, под раздачу, да, подарков. Вот бутылка довольно-таки неплохая. И вот такая сумка, такая очень удобная, хорошая сумка, пляжная или вот на пикник. Вот мы собираемся как раз, у нас сейчас каникулы, погода чудесная. И вот будет возможность взять эту сумочку с собой. Но, естественно, я была не только в этом магазине, так как рядом там находится Action, и, конечно же, я была в Action. И вот у меня вот здесь стоит вот полный пакет. И не просто пакет, а у меня вот здесь, смотрите, такая корзина. Ну, это не корзина, это горшок. Вот я себе взяла такой большой для растений в сад. Вот на террасу можно, на балкон, куда хотите. И вот тут масса всего интересненького. Но здесь очень много всего. Видите, вот там вот. Так что я не буду это совмещать с этим видео, и я покажу вам это в другом, в отдельном видео, что же я здесь приобрела. Так что милости просим, следующее видео, если вам интересно, что же сейчас предлагают нам в магазине Action и что я взяла с собой. А теперь пока-пока! Хорошего настроения, удачного дня и всех благ!